Так, ну что, туда же в центр пройти прачку трясануть. Можно просто, наверное, по карте шарахаться. Если вы хотите, чтобы персонаж мог лечиться за пределами убежища, не забудьте снарядить его сумку с медикаментами, заполнить ее соответствующими препаратами, бинтами, обезболивающими. Только мы вдвоем, я постараюсь. Так, это я. Почему между персонажами не могу переключаться? Странно это все. Так, характеристики. У него лост сила вообще 3. Так, почему добить? Лутать их уже нельзя. Так, ну надеюсь, сейчас там они уже почистили все. И до прачечной мы... А, ух ты, есть коробка. Забыл отключить указ. Указку. Газетный автомат. Так, сейчас выйдем на... Ой, да бежать-то не надо! Так, как ломать? Так, осторожно, ребята. А, вон он, есть гаденыш. Так. Я пропускаю ход, и мы пропускаем ход. Пусть он подбегает, и мы его вдвоем и делаем. Вот это неожиданный вариант. Легко ранен. Сюда аж 4. Блин, я его один раз только смогу ударить. В упор не промажет. Вы увернулись от атаки. Броня проглотила 8 очков. 24 очков урона. Не понял, почему у меня такая... Стала требовать даже урона молотком. 5 очков. Чуть-чуть отойду. Давай. Да как 3 попадания почти ранен. Так, 7 не смогу.
Ладно, до сюда 9. Четыре, сюда 4. Один разок. Блин, промазали. Так, 11 аж. 8. Тогда была твоя ошибка, дружок. Надо было убегать. Так, пистолет, бинты, ножик, патроны 38-го калибра. В принципе, все было бы неплохо. Так, а вот дверь вот эту. Она неуязвима, видимо, не могу, нужен ключ. Корзина для битья, футболка для белья. Стиральный порошок, одеяло, одежда. В принципе, становится потихоньку интересней. Полотенце и одеяло. То есть надо прям вживаться. Ребятам все надо таскать руками. Ага, дверь заперта 100 из 100. Блин, аккуратненько. Сохранюсь на всякий случай. Может, сзади смогу отковырять. В принципе, на локации никого не должно уже остаться. Еще трое нарисовались. Но я надеюсь, эта игра показывает тех, которые без сознания валяются. Пошли. Так, пошли отсюда. Отлезь, гнида. Молотком его еще тресь. Так, 4.
на елке. Почти мертвый. Мертвый клерк. Да куда он почти мертвый, как он полезет? Вот это было неожиданно. Получи. Большой оружейный сейф. Ёлки-палки, все сюда. Да, у меня сокращается интересная система лечения. Общее количество здоровья сокращается. Вот я его сейчас не увижу, пока не зайду. А, ты, значит, не в этой кряхтел. Пистолет-шокер. Патрон для дробовика, 9-миллиметровые патроны. Ромэн, лапша быстрого приготовления. Так, а, кстати, защитные очки от внешних раздражений. Ходи в очках. Так, бинты сюда. Отмычка. Армейский нож, кстати, вообще отличный. Он еще похлеще будет, чем молоток. Так, потихоньку живем. Сейчас главное, вот, который здесь кряхтел где-то. Компьютер. Носитель информации. Типа полицейский участок, MP3-плеер, стрелковые перчатки. Для чего, непонятно. Но кому-то будут нужны вещдоки. Вот, это полицейский участок. А, блин, наверное, там этот превратился в собака. Сиделец какой-нибудь, серп. И кирка. Не открывай. Диски, MP3-плеер, стрелковые перчатки. Так, здесь офисный стол, офисный стол. Ну, вон, где-то же сидит этот. Работник. Вау, дробовик даже есть, обрез. Секач, так себе.
элитный шоколад. Это прекрасно. Витамины отлично. Так, в полицейском участке должен быть кофе. Так, наверняка здесь больше просто неоткуда. Доноситься было звуком. Блокнот. Кто бы мог вести дневник или рисовать в нем, что могло бы справиться с суровой действительностью. Предмет роскоши. Повышает мораль. Гнилой фрукт. Оружейный шкаф, туалетная кабинка. Так, хорошие пистолеты. Оружие понесу я. Вместо кирпича. Так, немножко мы заматерили. Туалетная бумага, даже это нужно. Самый ценный предмет роскоши. Люди не понимают, насколько она им нужна, пока она не заканчивается. Это одно. Так, ну все, я считаю. Мы красавцы. Сорине. Так, этот я обнес уже. А, это на сигнализации, который. Или можешь открыть его, там максимум один человек прибежит, пока они все дохлые валяются. Сохранюсь, попробую. А, есть даже вот сзади. Так, а наука у нее сколько? Наука у нее 3. А у меня наука 1. Так что их бен тупой. Вау, мы отключили сигнализацию. Будьте внимательны. Похоже, в этом здании установлена сигнализация. Здание с работающей сигнализацией можно опознать по коробке с пусковым устройством. Рядом с дверьми, которые можно обезвредить при помощи навыка наука. Ищите коробку с мигающим красным огоньком снаружи здания. Если вы приближаетесь к двери здания с сигнализацией, у вас достаточно уровня навыка наука, чтобы ее обезвредить. Всплывает предупреждение. Если вы не соответствуете требованиям, то вы не получите уведомления, так что будьте внимательны. Если сигнализация сработает, она в течение определенного количества раундов будет производить шум заданного уровня. Эти параметры зависят от сложности сигнализации, так что ведите себя осторожно, не игнорируйте ее. Автомат с закусками. Автомат с кофе. У кого-то сегодня будет праздник. Сахар и кофе. Так, нет, лучше сахар.
кофе я себе положу. Чтобы потом ей сразу отдать, а то оно автоматически непонятно куда помещается. В прошлый раз коробку сахара принес, а так ее не увидел больше. То ли кто-то съел. Офисные столы. Фэнтези роман. Так, это я себе возьму. Лечилова. Блокнотики. Так, у тебя уже есть туалетная бумага. Картотека. Здесь что можно взять? Батарейки. Капец, тут столько вещей, это я не представляю. Это все надо будет потом как-то использовать. Осталось разобраться только со здоровьем. Как его лечить и почему оно уменьшается, когда я перевязываюсь. Чтобы переключиться с режима управления всей группой на одного человека, нажмите J. Так, возвращение в убежище. Список предметов. Особые предметы 1. Ресурсы еда 6,5. Предметы роскоши 27. Запчасти 1. Носитель информации 1. А, у меня все равно забрали и кофе, и сахар, стали только оружие и антибиотики. Обезболивающие. Game автосейвд. Средняя школа. Ну все, шикарно походили. Я думаю, мы отоспимся и будет вообще хорошо. Убежище. О, прочность забора. Уже забор починили на треть. Все, в следующий раз уже буду распределять блага, потому что Рене просила кофе. И кофе, по-моему, еще кто-то просил. Еще буду вспоминать и разбираться. Главное, мы втарили оружие на крайний случай. Пока мало брони, но... Потихоньку, это уже все легче. То есть потихоньку-потихоньку игра приобретает смысл. Пока день не буду заканчивать. Просто на следующую серию перенесу. Раздачу бонусов и дальнейшие указания жителям. А, он на второй этаж прячется, понятно. Прохиндей. Ну все, на сегодня хорошее. Хорошо сходили. Оба раза, оба удачно.